Приветствую, друзья. В начале ролика необходимо пояснить, что я не сразу включил запись, потому что это был обычный поход на почту, как и все предыдущие. Никогда раньше таких вопросов не возникало, да и подумать не мог, что какие-то проблемы почтальонши возникнут. Я поэтому на почте не записывал раньше ничего, ну кроме каких-то неординарных случаев. А теперь вот некоторая мадам решила что-то выдумать из головы и начала лгать. Естественно, не любому, у кого документы на руках. А я докажу. Марки наши, да? Да, конечно. Ну, естественно. Ну, имеет право. А как вы хотели? Ну, есть общепринятые нормы. Нету их таких, нету. Вы... Да как это нету? Ну, не вводите людей в заблуждение, их нету. Да, конечно. Если программа создана, она не вами создана в компьютере. Она принимает, значит, нету таких правил, что не вводите людей в заблуждение. А потом сами же и попадете. Куда? Ну, куда-нибудь за самоуправство. Кто-нибудь на вас напишет, да и все. Если... Пишите ради бога. Ложные сведения, говорите людям. Какие ложные сведения? Ну, что не принимается. 80 рублей. Благодарствую. Всего хорошего.